Шалом, шалом! Это я, Леви Харпатин, и это наша рубрика «Мудрость Торы на каждый день. Пища и одеяние души». По дороге в Арам Яков переночевал на горе Мория, более известная сегодняшним днем как храмовая центральная Иерусалимская гора. И дал Яков обет Всевышнему, если с ним все будет хорошо, если Всевышний сохранит его святой путь, и если будет есть он досыта, то тогда Яков вернется в дом своего родного отца. И сказал Всевышний: отправляйся с миром в путь и возвращайся в дом своего отца. Тут эти слова в контексте обозначают, чтобы Яков вернулся в дом своего отца с миром, то, что мир – это переход духовного с материального. То есть Яков возвращается с материального мира в духовный. Именно это была основная цель Всевышнего. Благодарю за прослушивание. Браха вы слаха. Хорошей недели. До встречи на моих уроках.